Друзья мои, я рад вас, как всегда, приветствовать на своем канале, носящем прекрасное и гордое наименование «Жук в муравейнике», секрету которого я вам не открою, откуда взялось такое название. С вами ученик 77, он же дядя Саша, великий ужасный, он же благородный Дон Сандро. Сегодня я решил поиграть в игру, которая именуется «Антернет». Вот, и для начала мы давайте-ка займемся настройкой внешности нашего персонажа. Здесь, оказывается, это можно сделать. Так, дайте-ка музыку выключу, а то она меня отвлекает. Так, не понимаю, что вот это такое. Набор навыков. Спецназ, безработный, пожарный. Пусть мы будем спецназом, да? Пускай. Так, поехали дальше. Внешность. Так, можем, значит, себе взять лицо. Такое, такое, такое. А, ну я уже решил себе взять вот такое. Вот такое у нас строгое лицо будет. Так, лицо у нас строгое. Теперь причесочка. Так, причесочка. Значит, это мы лысые. Не, ну лысый это как-то скучное. Значит, вот такая шляпа у нас. Такая. Такие вот три волосины. А, ну такие три волосины мы себе и оставим. Пусть у нас будут три волосины. Так, растительность на физиономии. Без бороды. Так, окладистая борода. Усики. Так, не очень окладистая борода. Борода, то есть маленькие усики. Так, а что же нам взять? Такую-то окладистую бороду или средней степени тяжести усики? Не, ну это какие-то несерьезные. Ну, так это какой-то намордник. Ладно, пусть будет окладистая борода. Что такое левша-правша, я не понимаю. Цвет кожи. А где это? А, вот, белые. Чуть потемнее. Так, не, ну мы таким светлыми не хотим быть. Так, вот совсем черный. Ну, пусть будет такой вот серенький. Так, цвет волос. Ага. Белые. Рыжие типа, да? А пусть типа будут рыжие. И все, собственно говоря, какая-то левша-правша. Ну пусть мы будем левша. А кстати, кого интересует, когда у нас будет стрим, он будет 21 сентября в пятницу в 19:00 по московскому времени. Запомните, пожалуйста, 21 сентября в 19:00 по московскому времени в пятницу. Так, вроде мы все выбрали. Группа, я не знаю, что такое. Вот инвентарь еще. Инвентарь. Так, что это такое? Дезерт батон какой-то. Так, какой-то батон. Это палка, что ли? Не нужна нам палка. Похоже на дубинку. Вот какая-то есть винтарь. Он у нас вроде как есть. Осмотреть. Осмотреть. Осмотрели. Убрать магазин. Что такое магазин? Оверлей не включен почему-то у нас. Ладно. Не включен, так не включен. Вроде все включено. Так, назад. Вот есть какое-то у нас еще применить. Ну а что будет, если мы его применим? Не знаю. Ну, применим, к примеру. Так, Харвестер Кобра. Ну, давай Кобру применим, Харвестровую. Так, вот еще у нас что-то, какой-то Automatic Cold Pistol, Woodland Dragon Fang. Что-то деревянное вроде как. Или под дерево. Я плохо, я есть плохо понимать по-русски. Так, вот какая-то банана и все такое. Ну, я не знаю, куда это и зачем. Ладно. Пока обойдемся без всего этого. Так, ну что, давайте начнем играть. Играть. Так, одиночная игра. Так, я в прошлый раз играл вот в эту, по-моему, Руссия, да? Создана в коллаборации с Justin Game 2 Mash и т.д. и т.п. Так, Руссиан. Вашингтон, это Левчик тут играет, Юкон. Вот Русин, большая выживание. Если вам понравилась эта карта, поддержите разработчиков, купив Руся Map Mystery Box. Так, играть нормально. Конфигурация. Что такое конфигурация? Шанс появления, время до исчезновения после броска. Так, я пока во всем этом ничего не понимаю, поэтому не буду я лезть во все эти множители количества патронов в ящике. О, давайте множитель сделаем больше. Давай множитель сделаем 5. Так, множитель качества. Шанс хорошего качества. Что такое низкий шанс? Давайте хотя бы 20% шанс хорошего качества. Так, время до повторного появления. Вот это мы сегодня шанс полного магазина. Что такое маленький шанс полного магазина? Давайте шанс сделаем 50. Так, множитель количества патронов в оружии. Тоже какие-то шансы. Давайте хотя бы 25. Шанс полного магазина в оружии. Ну, тоже хотя бы 10. Ну, что это такое? Какие-то вообще катастрофические. Так, транспорт, шанс аккумулятора, минимальный заряд, шанс наличия колес, время до повторного появления, множитель брони. Ладно, все это мы пока не полезем. Так, назад. Так, значит, Руссиан мы выбрали. Ну, давайте поехали играть.
Так, посмотрим, что. Я, по-моему, на этой карте уже не нажал сброс карты, то там какой-то мой лутец должен сохраниться. Ну, да, кто управлять будет, если я пересяду? А у меня такой вопросик. Само, что ли, поедет? Так. Мы появились, да? Ну да, карту узнаю. Так, что у нас насчет инвентаря? Ну, а, я еще шляпу забыл наладить, но я себе вот такую успел поставить. На мне костюм полицейского, штаны полицейского. Оружия никакого не имеем. Понятно. Ладно, пошли. Попробуем быстро не помереть. О, это я вблизи палаточного лагеря какого-то объявился. А тут же будут злые дни, предположительно. Вон он один. О, нормально. И что мне делать? Линять от Седва. Там он еще один злый день. А вон там не мой ли? А, нет, это не мой инвентарь. Так. Фига себе тут злые дни сколько. Ладно. Попробуем все это обойти. Зато мы здесь прыгать можем. Короче, нам пока это... Так, о, маяк. А, знакомые места. Знакомые места. Как бы мне здесь быстро не окочуриться? Как бы мне здесь быстро не окучериться? Ну, не знаю, не знаю. Ну, давай в маяк. Ну, давай. Так, а вон там что у нас? А, это просто столбушек. Это просто столбушок. Маяк охраняется, насколько мы помним. Ну, вообще, все вроде постройки населены зомбическими зомбями. А карта у меня вообще когда-нибудь появится? Почему у меня нет карты? Почему? Билли, где карта? Почему у меня нет карты? Ладно. Идем. Как я понял, всякие лопаты. Так, вроде как на корабль можно, мне кто-то говорил, залезть или нельзя. А давай попробуем залезть на корабль. На него же можно залезть. Не, погоди, ну зачем тебе сразу на корабль? У тебя даже нечем подраться, если что. Тебя же кокнут. Лёва, вас убьют. Это не так-то легко сделать. Так, ну давай маяк. Маньяк. Маньяк. В прошлый раз меня на маяке грохнули. Вот, мы сейчас вот туда как-нибудь забредем и что-нибудь там попробуем озагрести. А когда у меня карта появится? Странно. Когда я какие-нибудь объекты посещу, да? Пока я никаких серьезных объектов не посетил. Объедков. Никаких серьезных объедков я не посетил. Так, а давай мы переплывем. Буль? Ну, достаточно резво плавает, товарищ. Буль? А под водой ничего не бывает интересного. Ничего не бывает интересного, под водой всплывай. Так, а как тут насчет всяких там намоканий? Так, а как он здесь приседает? На Z. Ага. Можно как-то мимо этих типов проскользнуть и обыскать тут все? Да, по-моему, нельзя. По-моему, рискованно это, но мы попробуем. Они же, в принципе, сейчас ко мне спинкой стоят, да? В принципе, спинкой стоят. Так, как тут подобрать мне все это? Как мне это все подобрать? Так, на F. Подобрали что-то. Так, давай-ка еще подберем. Так. Так. Этих мычащих мы обойдем пока. Ну их нафиг, нам их нечем укокошить. Укокошить их нечем. Так, а вот тут еще... Ух, тут еще ползающие, лежащие. Блиханский, муханский. Так, мне бы какой-нибудь хотя бы ножичек найти, хотя бы самый простенький, кухонный. Им уже как-никак можно обороняться от этих зверюк. Так, это что за попсикола тут стоит на столике? А там тачка у нас стоит, да? Так, опять сок. Не, ну пускай будет сок. Вроде как еда немножко хилит, насколько я успел понять. Автотранспортное средство. Так. Что у нас есть в автотранспортном средстве? Внедорожник. Значит, в нем 14% горючки есть. Можем немножко проехаться. Ладно. Давайте попробуем зайти в маяк. Так.
Давайте-ка мы сюда пока как-нибудь аккуратненько. И наверху мы можем встретить злыдня, да? И нам, наверное, туда нефига соваться. Так, это что? Клей. Ладно, мы пока будем все собирать. Это что? Фонарик. Фонарик. Клей. Ай, да не, не полезу я туда. Ничего там хорошего меня не ждёт. А, да, кстати, можно же открыть. Ну, ничем не помогло. Ладно. Ну чё, на корабль? Ну, давай попробуем на корабль. Где-то должна быть какая-нибудь, по идее, лестница. Так, пока идем. Все, поплыли. Так. Пить немножко желаем. Ну давай, ну там зомбические моряки будут на корабле. Ничего тут под водой не найдешь. Крабараков никаких. Эй, всплывай, брат, брат, всплывай, ты чего? Фига себе ты нырнул. А, вон там лестницу я вижу. Вход в безопасную зону. Что значит вход в безопасную зону? Это как понять? Это как понять вход в безопасную зону? Здесь нет зомбей? Что-то новенькое. Ага, а вон кто там стоит? Это безопасный господин? Он не зомби, что ли? Ну, сейчас познакомимся. А что у него в руках? Пистолет, что ли? А, бинокль. Не, пистолет. Поговорить. Велком, да, спасибо. То есть мы можем к нему зайти? Он мне сказал, что я могу зайти. Ух ты, класс. Здорово. Тут есть нормальные люди. Поговорить с Расти. Здорово, Расти. Расти? Need any help? See you around. Ну, давай. Так, свежая раскраска. Раз считает, что надпись «Либератор» пора подкрасить, так как она уже начала туснеть. В следующий раз, когда будешь в Санкт-Петербурге, обязательно загляни в Хозмах и заходи в свою банку краски. Цель — найти банку краски, подкрасить надпись «Либератор». Награда плюс 50 опыта. Так, ну мы, конечно, примем, но я не знаю, чем это кончится. Расти, я вообще по-русски не понимаю. Свежая краска. Найти белую краску, подкрасить надпись «Либератор». Расти, это все, конечно, класс. Ну как насчет дать мне какой-нибудь пистоль или что-нибудь типа того? То, конечно, краской-краской. Но я не могу ходить ни с чем. Меня же зомбяки. Так, нет, с шеф-поваром мы уже трещать не будем. Потому как потому. Так, айс. Мороженое тут, да? Так, эти чуваки сидят, жрут. Так, ух ты, здесь самолет. Авиабомбы. А что, можно летать на самолете? Не, нельзя. Нельзя на этом прекрасном ероплане улететь. Нельзя. Слушай, мне нравится этот корабль. Давайте-ка мы тут полазим. Что мы тут найдем? Не упадя, главное, отсюда. Что написано? Нет энергии. Угу. Так, ну тут какие-то чуваки в прекрасных нарядах. Так, а тут у вас что-нибудь можно взять? А у вас тут вообще можно чем-нибудь поживиться? Или только задание можно отхватить? Во, чувак с ружом. Поговорить с прапорщик Кельвин. Как насчет, что прапорщик Кельвин одолжил нам ствол? Поговорить с Натали. Натали. Утали мои печали, Натали. Так, я понял, тут глушняк. Только задание можно брать, да, у этих мариаков. А какие-нибудь инвентары они мне могут найти? Так, это у нас тут машина работает. Так, я тут где-то видел, наверх была лестница. Значит, на корабле у нас живут приличные люди. Запас топлива 100%. Поговорить с неизвестно кем. Запас топлива. Так, это что такое? Это ничего. Так, палатки. Тут у нас кто-то живет. У вас тут можно что-нибудь спереть? Ничего ты не сопрешь. А, вот этот либератор надо подкрасить. Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Прапорщик, а ствол можешь мне дать? Welcome. Aboard. You should probably go out to Captain Sydney of the bridge for orientation. Короче, мне капитану надо чесать. Ах, капитану. И он мне даст какие-то ориентиры. А более я тут ничего не найду. Это Энди.
Это еще один истребитель. Так это авианосец у нас. Ах, это авианосец. Так, чувак в трусах. Норберг. Так, а капитан Сидней у нас где-то был внизу, наверное, да? Ладно. Так, вон опять товарищи охранники стоят. Короче, я так понял, здесь только задание можно отхватить. Ты кто? Прапорщик. Я тебя понял. Ну, а здесь, по-моему, без лука открывать. Здесь все пусто будет. У них тут ничего не отхватишь на их кораблике прекрасном. Ладно. Давайте поднимемся наверх. Опять прапорщик тот с пистолем. Шконочка. Так, на корабль, то есть, можно ходить, чтобы получать задание. Какой-то опыт получать, если выполнишь. Но у меня так есть подозрение рано вообще. Какие-то задания выполнять. Я тут сдохну. Так, вот капитан, да? Похож на капитана. Это майор Лейн. Так, это командир Лоуренс. Прапорщик. О, капитан Сидней. Так, что мне говорит? А я капитан Сидней. Труда сюда, все остальное не по-русски. My name is Beretta 36. Yes. Так, you're welcome. Just keep in middle. А чё вот это не переведено, а, капитан Сидней? Почему это не переведено? Я же ничего не понимаю, что ты мне пишешь. Can I join the coalition? Чё, вступить в коалишн? What's wrong with nothing to report? Ну, давай средний возьмем. К майору теперь надо, лейтенанту. Ёкарный бабоец. Зачем я в это впрягся? Зачем я в это впрягся? Адмирал, капитан, командир. Не, надо отсюда линять, пока не поздно. Да, все. Страшная рожа какая. Как пацаны, короче, тут у вас путя не будет, потому что я не понимаю, что вы мне предлагаете. В этом вообще большая проблема. Кейт. Ух ты, какая у тебя Харе Кришна. О, офицер Брайан. Да, офицер, good morning. I want two pistolet. Give me... нет, give это возьми. Как дай? Present me, please, one pistol. In one shotgun and one бензопила. No, бензопила, no. Жаль, I want бензопила. Короче, ребят, с вами, короче, хорошо, ток-ток, никакого. Лидия. Давайте залезем наверх. Линять отсюда надо, искать белую краску и красить им этого либерашина, пока ночь не наступила. Так, а тут можно разбиться? Ага. Не, они разбились, да? Жрать только захотели. Здоровье не ушло. Или жрать мы с такой хотели. Так, ну чё? Делать нечего в селе. Погребли отсюда. Это все глушняк. А, у меня кость поломалась. А, вон перелом нарисован. Я перелом получил. А перелом надо лечить какой-то шиной. Да, я помню, там что-то у детей была какая-то шина. А как же я теперь с переломом? Я что, хромать буду? Эх, зачем я получил перелом? Ладно. О, там вон, я вижу наверху какое-то строение. Да? Пошли туда сходим. Может, я там что-нибудь отхвачу? Мне как-то надо вылечить мой бедный несчастный перелом. Так, а белую краску я могу найти только в Санкт-Петербурге, да? Угу. Ну ладно. И как-то надо свой перелом. Я же слышал, звук был какой-то. Это не с добра был. Это мы что, сейчас будем еще хромать? Выход из безопасной зоны. Вот еще бы перелом исчез вместе с выходом из безопасной зоны. Странно, почему перелом есть, а здоровье не исчезло, да? Как-то нелогично. Нелогично. Но зато хотя бы познакомились с явлением под названием безопасная зона. Так, что у нас тут инвентарь? Это что такое? А как же нам лечить переломы? Создание. Клей плюс проволока плюс необработанная взрывчатка. Так, а вот это медицина, да, химикаты, клей, кирпич, банка, вакцинация. Это что такое? А, вакцинация. А где же у нас будет шина какая-нибудь? Клей. Ткань, клей равно лента.
Вы ничего не можете сделать. Шина мне напишется, когда у меня хоть какой-то материал будет. Я понял. У меня пока материалов только на... тут навык нужен, плотник. Понятно, у меня никаких навыков нету. Ладно. Пошли хромать. О, чё? Исчезла моя переломина? Странно, она больше не светится. Ну ладно, я не против. Так, а как там... Это что такое? Виноградный сок. Вот так его сюда ему можно дать, да? Эо. А чё, как он? Лёвчик же я видел, вот прям как ты его так брал. А, вот так. Все, понял. Давай запасы воды пополним и еды. Ну, все. Вода 99, а вот еды маловато. А что у нас еще есть покушать в инвентаре? Это что такое? Это что такое? Кола в бутылке. А это клей. От клея мы пить точно не станем. Клей нам пить рано. Весь виноградный сок вылокал. Так, а карты у нас по-прежнему нету почему-то, да? Мало прошли. Ладно, нам, короче, надо найти Санкт-Петербург. Он тут где-то недалеко должен быть. Сейчас вот этот попробуем дом на горе посетить. Самый беспонтовняк — это то, что тут ночь. Задание один. Посмотреть список заданий. А как его посмотреть? А где мне его посмотреть? А, ладно. Свежая краска. Найти белую краску, подкрасить надпись. Так. Приседаем. Я приседатель колхоза. Так, и давайте аккуратненько обшарим все. Нам нужно что-нибудь найти. Да. Я тут пытаюсь записывать. Я, короче, на карте России. Слушай, тут какие-то задания, оказывается, можно брать, да? Я вот взял задание. А вот там на корабле за маяком. У какого-то чувака вот найти надо белую краску и подкрасить. За это вроде дадут 50 опыта. А краску надо найти в Петербурге. И там на корабле безопасная зона. Туда можно спокойно сходить. Они все там с оружием стоят. Но найти там нечего, кроме задания. Но половина была на английском. Я ничего не понял. Вот в чем смог разобраться. Вот взял какое-то задание. Так. А тут я гляжу, огненные чуваки. Они насколько могут легко запалить тебя? Вот я присевший иду. Они меня не видят, да? Ах ты, присевший. Ух ты. Это нож. Это нож. На полную просто. А ты на какую сложность играешь? А на обычную. Ну, я там себе немножко подстроил. У меня там... Ух ты! У меня там появилась возможность появления лучшего оружия. Угу. Ну, я все-таки решил хоть немножко обучиться. Так, как мне вот это себе брать? Куда это? Так, убирай фонарик из инвентаря. Нажми на него разок, просто убери. Ага. И поставь в инвентарь эту пушку. А нет, лучше в большой вот в этот. Угу. Оно у тебя полностью заряжено. Ну, потому что я так сделал. Так, а как тут это... Вот это что такое? Это при всякие штуки на нее, но у тебя, наверное, их никаких нету. Их надо находить. А, вот это что, глушитель? А прицел у меня есть, да? Да. Ага. Так, ну что, попробуйте их всех пострелять. А что такое? Стрела. Березовая. Так. Сделай шаг, и у тебя услышит весь район. Убивают! Убивают прямо на дому! Вы были съедены! Ужас-то какой! Ладно. Так, а задание у меня есть по-прежнему, да? Ну, не имеет разницы. Так, а где маяк? Я где-то... Так, я понял. А, короче, это когда надо было их ножом бить, да? Надо было вообще не стрелять. Ладно, хорошо. Стрелять можно только если у тебя есть глушитель. Ну, если народу не так много, и ты вынужден стрелять. Так, а где же я на карте? А когда карта, Паш, появится? Когда её надо найти. А, ее надо найти. А карт много или она одна вообще? Я не знаю, вроде, но, наверное, одна. Так, ну вот какая-то мельница. Ты был здесь? Нет, еще не был. Ну проверь здесь, может, что-то и есть. Проверю. А сложность норма, но ты там что-то... Сложность такая же, как у вас. Ну, поставил по оружию там большую возможность появления в лучшем виде и с патронами себе поставил. Ну, ладно, это ничего. Поэтому мне и стало попадаться такое хорошее оружие. Только я им, брат, пользоваться не умею.
Так, футболка. Что с ней делать? А ты как одет? Покажи себя. Нет, я себе такого сделал. Не-не, лучше один обратно. А откуда у тебя этот спецназ? А я игрока себе выбрал спецназовца в начале игры. А, прикольно. В настройках. И надел на него еще такую шапку, да? Да. Круто. Так, это у нас тут что? Карамельный батончик, это виноградный сок. И нажимай просто на единичку, и тогда у тебя убирается. Да, это я знаю. Морковка. Ух, сколько еды, да? Так, морковка. Мне бы ножичек. А то, блин, там уже какой-то фермер стоит. Это что такое? Так, это у нас обойма. Обойма какой-то штуки и еще семена картофеля. Нет почвы. Ой, да они тебе не... Ну, лоса себе, ну... Не нужны, да, семена? Ну, если только займешься садоводством, так сказать. Это что такое? А зачем тебе это все, а? Не знаю. О, шляпа. Так, а как это все выкидывать? Ну, заходишь в инвентарь и смотришь. Ну, вот это не надо, да? Просто нажимаешь один раз и на землю. Так, и вот эта шляпа фермера не нужна мне. Да, не нужна, потому что у тебя... Потому что я не фермер, да? Да, потому что не фермер. Так, слушай, тут нет никаких ножей и топоров, но тут есть фермер. Можно попытаться проползти. Скорее всего, в амбаре могут быть прибамбасы. Сейчас попробуем. А давно играешь, кстати? Да не, не очень. Так, давай попробуем залезть в ангар-амбар. А на мельницу, интересно, можно залезть? Ну, если открыто, значит, там, возможно, что-то и лежит. Сколько тут много, а? И ночь надвигается, вот это плохо. Я вообще ненавижу ночь в этой игре. Да, ночь тут, конечно... Особенно без фонарика. С фонариком хоть как-то. Не надо, это не бери. Так, ну хоть и что? Хоть в ангаре пусто. Ой, в амбаре что-то. Так, а что там? О, тихо, сядь. А что там на бочке лежало? На какой? Вон, а, он, грабли. Возьми их, пригодится. Вилы. А виллы хорошо работают? Ну, неплохо, я думаю. Да? На виллы можно будет, честно, садить этого клоуна. Да? Вот того, который наверху? Да. А тут есть альтернативные удары? А, этот... Это быстрый, не тратящий энергии. А твой вот этот вот сильный, он тратит 75 энергии. А урон наносит как? Ну, больше, потому что он сильнее. Так, а как лучше, сидя драться или стоя? Лучше стоя. Ну, сейчас ты начинаешь... Ну... Конечно, лучше было бы как-нибудь на расстоянии от него делать. Да, но я пока не умею. Ну, понятно. Так, что тут у нас? Так, стрела пригодится. Какая-то удобрение. Удобрение мне, наверное, не надо, и шляпа мне не нужна, да? Так, мне, наверное, что-нибудь сожрать, да? Потому что я это... Допустим, картофель, да? Ну, можем просто съесть кусок картофеля. Сейчас посмотрим, насколько ты восстановишься. Ну, пока ты будешь хилиться. Да, он начал хилиться потихоньку. Можно еще попить что-нибудь взять, да? Ну, можно подождать, пока не пить. Почему? Нет, не надо. О, ты зачем карамельный батончик съел? Ну, ладно. Так, у нас темнота наступает. Ай, что такое, весло, оно Ой, на скло... не надо. Не надо, да? Весло без понтовняк. Хуже. У тебя виллы на 100%. Это все меняет вообще-то. О, ля-ля-ля, тополя. Пшаница кто-то стоит. Так, мы еще хотели залезть в мель. Куда? А, в мель. А вот этот чувак, он как? Ой, он самый опасный, да? Лёва говорит. Да, не вязаться с ним. Попробовать вот этого укокошить. Ну, давай. Можно вообще к нему со спины попытаться. А где у него спина? Я не знаю. Отходи, отходи. На, все. Так, почти он меня не убил. Чуть-чуть покалечил. Так, ну что ж, мельница. Собака, я думаю, это собак нам. И собаку можно с одного удара гасануть, особенно, я думаю, вилами. В мельницу что... не залезешь. Нет, сзади можно, спереди можно залезть. Я ну... видел дверь. Можно собаку загреть, ее с одного удара, я думаю, вилами можно. А если вот тот загрится вместе с ну, ней? Ты постарайся загреть только собаку.
Давай сильным ударом. Надо было сильно. Так, понятно. Так-то пока вроде все неплохо. Ну да, пока живы. Можно выпить виноградного сока, чтобы ухилиться. Да? Да. Это где? Во-во-во, вот этот виноградный сок. Ой, я его выкинул, по-моему, да? Да. Ой, не то. Так, виноградный сок. Морковка. Чик и пьешь. Все, теперь он будет временно хилиться. Ну, пока у него все это. Ну, теперь лучше на картах. Ну, короче, лучше не лезть к этому типу. Так, ага, так, можно что зайти. У нас тут есть? Не знаю. Че, ничего нету? Шляпа фермера. Шляпа здесь и все. Только шляпа. А, погоди, тут лестница, да? Не, нет. Нету? Лестница. А, это мельница, да, тут не залезешь. Да все, можно отсюда сваливать. Здесь ты все уже облутал. Да, куда мне сваливать? Тут погода такая, я сейчас заблудюсь. Я помню, я когда-то давно играл в этих пшеничных густых зарослях. Можно вообще там заблудиться. Слушай, а там ничего нету сзади тебя, вон в той стороне там ничего вон нету? Вон в той? О, там что-то есть. А что там есть? Бля, или это... Или, а, это просто эти... Березы. Тут где-то в этом районе маяк недалеко был, так похоже. Река. Карты у нас, к сожалению, нету. Mm-mm. Была бы карта, было бы другое дело. А я карту как-то находил в прошлый раз. Так, ладно. Ладно, ладно. Чё тут у нас? Река, мост. Это мост, что ли? Кстати, бывает, кстати, когда восходит полная луна, тут начинается такая жесть. Да? У них красные. Это как зондарки северное сияние. У них солнце синее, у них так глаза краснеют у зомби. Ну только мне этого не хватало. Ну, все станет красная луна, а ты тут с. Точнее, полная луна, а ты тут с одними вилами тебе. Не светит ничего. Так, мне бы какое-нибудь помещение найти. Или хотя бы тачку. У нее же фонарь сет, это иногда включает. Слушай, а у тебя здесь тачки спавнятся что, со 100% топливом? Не, я вроде это не делал. Насчет тачки. Я не все настройки себе поправил. Только по оружию. И еще что-то. Я не помню точно, но это надо уже смотреть. Да я ж пока тут не понимаю во всех этих настройках нифига. Ладно, тут сначала тачку-то найти надо. Ладно, сейчас пойдем по дороге, на что-нибудь наткнемся рано или поздно, возможно. Так, мне надо что-нибудь сожрать, а то у меня уже меньше 90. Ну, осталась только морковка. О, отлично, надо сразу эту морковку есть. Морковка хорошо хилит. Ну, я думаю, возможно, даже до 100 дохилит. Ну да, 71 уже. Но, правда, потом нужна какая-то жратва. Ну, ты уж протянешь, думаю, до этого. До утра? Ну, до утра протянешь-то. Найти бы куйду. Слушай, а здесь какие-то еще зараженные участки бывают, да? Ну, вот Лёва тогда на порог сыграл, какой-то зараженный участок. Так. Там сразу вот это вот отравление, ну, оно когда уходит вниз, то это получается, человек потихоньку отравляется. А, вот это вот радиация зелененькая. Да, он отравляется от трех вещей. От плохой еды, от ударов зомби. А как ее поправлять, чтобы она 100% была? Я что-то... Ну, вакцины кайф вкалывать, какие-нибудь таблетки кушать. Угу. Может, она сама со временем как-то... Не знаю, она у меня вот 78, она. Потому что тебя эти жрали. Угу. Ладно. Что там такое? Или тут ничего интересного пока? Ну, вроде как это ночь, или еще нет. Луна вроде вышла, но она какая-то не сильно темная. Да, это пока не полная. А впереди ночь. Какие-то постройки, да? Пошли посмотрим. Ну да, интересно. Какие-то постройки. Похоже на то, я не знаю. Лишь бы тут невидимых чуваков не было. Да, какие-то постройки. Эй, люди добрые. Не, люди тут будут недобрые, точно. Вон стоит один, я вижу. Чё, секатер, что это за место, а? А, нет, это дерево. Это не зомбарь. Чё это за огромный дом? О, это что за местечко? Где зомбарь?
Я зомбаря не О, буду. вон они стоят. Раз, два, три. Вот стоит кто-то. Вот стоит кто-то. Он какой обыкновенный. Это что, стройка какая-то? Ага. Ах ты, гад, меня ударил. Все, отлично. Да, 74 стало. А она ломается или нет? Кто, вилла? Да. М-м-м. А ломается. А где она? Вот, 96%. Ну. Так, а вот и совсем... Ой, это железная дорога, что ли, да? Это похоже на железную дорогу. Это железнодорожная станция. Вот вроде еще один стоит. Все, сдох. Ну, только он меня покоцал. Изрядно. У меня уже 62, эта хрень. Так, ну вон еще одного вижу. 57%, 58%. И у них ничего нету, да? Ни жратвы никакой. Их тут, блин, много. Уж пока их не вырубать, пытаться куда-нибудь залезть. Ага, залезть. Ни фонаря, ничего нету. Куда тут залезешь? Точно, тут уже ничего вообще не видно. 61%. Надо как-то до утра протянуть, но как? Да, самое, блин, вообще попец наступил. Темнота полная. Ну, не знаю, давай пока обойдем ее. Железная. Я надеюсь, поезд никакой не поедет, не собьет меня. Ой, это кто такой? Кабель? Это ползающий, который кровотечение дает? Да, но если встать на приличное расстояние от него, ударить суперударом, он тебя не куснет. Ну ладно, ударить и сразу убегать, чтобы он тебя... Ну, недалеко, конечно, убегать. Все, он отстал. Забил. Ну, я вышел из его зоны. Так, ну что, надо как-то утра ждать, я не знаю. Можем куда-нибудь прогуляться сходить. Да, что гулять, ничего не видно. Железку вот костер нашли. Никак не развести. А тут есть вообще такое явление, как костер? Вон есть навыки, можно какие-нибудь навыки прокачать, например. Навыки. Так, стоимость улучшения. А сколько у меня вообще навыков? Итак, у меня 33. Очки опыта 32. 33? 33, да. Твердая рука, следующий уровень, плюс 7 в ближнем бою, снайпер, следующий уровень, стабильность, точность. А, вот у тебя стоимость улучшения, вот, это сколько очков опыта будет стоить улучшение? Упорные тренировки, дайвинг, паркур, так, твердая рука, стоимость улучшения, 20 этих, и как улучшить? Вот ты только что улучшил, ты нажал. А, я нажал и улучшил. А, вон это, все, я понял. Снайпер, ловкость рук. Это что такое? Быстрая перезарядка оружия. Более быстрое восстановление выносливости и кислорода. Упорные тренировки, дайвинг, паркур. Все, я понял. Скрытность, регенерация, более быстрая скорость восстановления давления при поле. 13 опыта, так что... Может, иммунитет, иммунитет к бактериям, зомби, галлюцинациям. Ну, можно попробовать. Ну, давай, вот, все. Все. Ты больше ничего не сможешь себе прокачать. Еще есть вот такие, разнорабочие. Так, ладно. Где луна, кстати? Вот, ну, жрать нам нечего, да? Это что? Патроны? Это... Чё? Это семена картофеля. Давай попробуем посадить. Нет. Это почву надо найти какую-то. А чё долг, что их... О! Растёт. 0%. Будем ждать. Я придумал, что мы ночью будем делать. Будем ждать. Расти, картофель, расти. Чё так медленно растёшь? Картофель, расти быстрее. Почему 0%-то? Может, надо их спа... Может, надо вилами? Чик-чик. Вилами? Да нет, разобрать. Так, растет 0%. 0%. То есть это можно себе дом делать и сажать там, да? И у тебя там будет типа жратва. По-прежнему 0%. Дом надо делать из древесины, ну или из металла. По-прежнему 0%. Интересно, а навыки остаются, когда помираешь? Или как? Или заново? Не знаю. Когда это... Возрождаешься.
Карта пропадает, когда ты умираешь. Короче, ну потому что инвентарь пропадает. Навыки не знаю, разберемся. Короче, я так понимаю. О, 1%. Да ладно. Да, ну это не скоро вырастет, явно. С голоду сдохнешь. Больше у нас ничего нету. Сколько можно получить, интересно, с одной Это что семечки? такое? Это Обойма. обойма какой-то винтовки на 5 патронов. Создание. Мы ничего не можем создать. У нас ничего нету. Вот, что-то можем создать. Требуется навык плотник 2. Вы ничего не можете создать. Вы ничего, я понял. Я ничего не могу создать. Ты Где? можешь что-то разбирать там, кстати. Картофель. Где разбирать? А там же заходи в инвентарь свой, и там вот создание. И вот это вот, да. Стоп. Инструменты. А, разбор, вот эти болтики, шурупчики. Стоп, Стрела нет. плюс клейка плюс необработанная взрывчатка, равно стрела со А, ты взрывным. свои грабли, ты свои вилы мог бы разобрать, но тебе это не нужно. Не, мне вил пока разобрать не надо. Где мой картофель? 1%. Так, ну по идее уже сейчас потихоньку Так, начнет. где у нас там луна? В какой стадии, так сказать? Вот она. А где у нас станция? Вон она, да? Вот он, да. Ну, у меня 61%, и боли восстанавливаться не желает. Нужна еда. И фонаря, блин, нету. Плохо, что фонаря нету. Да, самое ужасное. Давай рассвет уже. А если я сейчас помру и возродюсь, я опять получусь ночью? Да? А, тогда нежелательно. Тогда будем ждать. Ну и нафиг. Такое счастье. Вообще ночь не сильно долго длится. Сейчас должно уже начать светать. Ну, если начнет светать, то будет светло. Ну, потихоньку светать. Ну да, рассвет. Потихоньку. А рассвет тоже дает какой-то свет. Так, луна, уходи. А дождь тут ничего не бывает? Дождь бывает, Бывает? да. А метель? Плохая видимость. Не знаю. Вот полная луна здесь бывает. И это вообще, наверное, жесть начинается. Может, у них там даже какие-то чувства улучшаются, этих зомби, они могут вообще. Так, нам бы как-нибудь на эту станцию залезть. Вот какой-то зомбарь стоит прям по курсу. Тут собака рядом сидит, да? Не вижу. Ага, так. Он пошел. Гад ударил меня. Опять ударил, а? Мы его кокошили, но нам от этого Еще хуже теперь. еще хуже, да. Вообще 23%. Не восстанавливаешься. Чё? Я говорю, не восстанавливаешься. Так, инвентарь, создание. Мы не можем повязку создать, да? Это чё? А, это веревка. Ткань, откуда у тебя? А, с зомбака подобрал. Стоп, а сколько ты ткани подобрал? 5, что ли, я не знаю. Погоди, это зайди в медицину. Ну вот, это медицина. Стоп, сделай две повязки. Создал? Что-то я не понял. Тебе надо на... Стоп, я не понимаю. Покажи, сколько у тебя тканей? Ну, вроде 5 и 2 на одну повязку. Почему не создается? Не Что, знаю. ночью нельзя создавать? Не понял я. А в инвентарь загляни. Так, а где твоя ткань? Где моя ткань? Я ничего не понимаю. Я тоже не понимаю. Если уж ты не понимаешь, то я тем более не понимаю. Почему вы ничего не можете создать? Где моя ткань? Где мои повязки? Что случилось? Они сперли ткань. Что, исчезло? И ничего не дали даже. Странно. Это что, баг какой-то был? Это что за юмор? Я не понял, что за юмор. 23%. Не знаю, куда делась моя ткань, почему она не создалась.
такой тьме. Да, в такой тьме. А почему мы так плохо видим? Из-за того, что 23%? Ну да, чем меньше, у него вообще так начинает экран дрожать потихоньку. Твою за ногу. Когда там уже утро? Я вообще ничего не вижу. Еще на конь зомбаря напоримся одиночного. Ну, а что делать? Повязка у нас не создалась. По каким-то причинам. Можно было бы сделать тогда две повязки и сделать перевязку. Перевязка лучше, чем просто повязка. Ничего у нас нигде вообще нету. Только вот тут что-то есть, а оно там стрела, у нас одна стрела есть. Странно, куда наш... А ты попробуй выложить. А, выложи просто из инвентаря эту. Кого? Виллу. Зачем? Ну, не выложи из инвентаря, а из рук. Скорее всего, она просто может разобраться, но... Из создания теперь. И... А, это ремонт. А, вот, к примеру, вот сюда вот. А сюда, вот сюда вот. А, разбор. Ну зачем? Почему светится 5? У нас не 5 вилл, у нас одна вилла. Два металлолома, не знаю. Не, теперь надо ее поставить просто в слот. Что ее не украли. Так, когда там уже утро? Это хороший вопрос. Сколько? О, по-моему, начинает потихоньку светлеть. Да-да-да-да. Луна вроде садится. Это у нас что такое? Бидон с чем-то. Ну, это цистерна, это не бидон. Так, давайте нам посветлее, мы сейчас зайдем. Ой, может, жратву секунду найдем. И отхилимся малость. А повязку, если повязать, восстанавливается здоровье, да? Да, ну лучше сделать это две повязки и сделать из этих двух повязок перевязку. Она еще круче. Ну, ща попробуем. Перевязка на розовая такая. Да, светлеет потихоньку. Потихоньку светлеет. Ну, просто с моими 23% здоровьем и навыками рукопашного боя мне здесь вообще делать нечего. Меня сейчас загрызут точно. Однозначно. Найти свежую белую краску. Слушай, а потом можно по железке, наверное, идти, если живы останемся. Может, куда-нибудь придем. Так, сейчас. Чуть-чуть уже, чуть-чуть осталось. Сейчас луна. Все равно некуда идти. Луна сядет, и мы тут немножко будем видеть. Слушай, а куда эта железка себя направляется? Она как ну, наверное, как минимум в Санкт-Петербург. В тот самый, где нам белую краску найти и прийти покрасить этот прекрасный корабль. А сколько здесь городов? Здесь есть Санкт-Петербург, а есть Москва. Не знаю пока, карту не нашел. В прошлый раз, помню, был Санкт-Петербург. Там он что-то моргает. И что это, звездочка моргает? Вон, прямо по курсу. Такое, а? Ну, какая-то типа водонапорная башня. Ну, уже более-менее видно, можно идти. Не-не-не, ну погоди, еще плохо. А, давай еще. Сейчас. Да уходи ты домой. Просто... Сейчас как будет хорошо видно, я могу на корячках туда, на картах проползти. Ну, может, хоть что-нибудь найдем. Ну, жратву хоть какую-нибудь, как минимум. Давай, солнце, выходи. Как тут долго светает. А, вот он, чувак, стоит, я увижу, вот он. Вон, сидит. А, сидит. Ну, это вроде ползающий. Так, ну, немножко видно. Тут у нас что... Вон какой-то стоит гражданин. Или их два там даже стоит. По-моему, даже два. Так, ну давай обойдем чуть-чуть. Тут и в окно ж можно иногда залезть. Если, конечно, если оно есть, конечно. Нам, короче, надо на этот вокзал попасть. Билет себе купить до Санкт-Петербурга за краской. Так. Тут еще где-то картошка наша растет. Ну вот уже почти видно. Хотя луна еще присутствует. Так, вон стоит гражданин, вон гражданин стоит. А вот если 23% не было, было бы еще лучше видно. Да? Ну да. Ну да, пока вообще непонятно, как сюда залезть, на этот вокзал. Вот заход какой-то. Это я куда уперся? Ничего не вижу.
Так, локомотив, что ли? Тут что валяется? Вон стоит костюм. Локомотив. В локомотив залезть можно или нет? Так, это значит у нас локомотивчик. Тут вот у нас... Что это такое наверху? Это гвоздострел. Гвоздомет. Гвоздомет, да. Я знаю, у него пол... А, у него, я думаю, у него будет полная обойма, ну ладно. А это разряжать, да? Да, это разряжаешь. Так, гвоздомет. Он громко стреляет, они сбегутся все, Нет, да? по-моему, слушай, хочешь стреляй, но мне кажется, он не очень громко. Ни хрена себе, он меня сгрыз, а. Ладно. Итак, Заново. хотя бы все видно. Да. С гвоздометом мы стрелять не умеем. Ну, я как понял, не очень уж не бешу. Опа. Так, а если я был вот на этой ферме? Ты не был на ней. Глянь, здесь два амбара. А, точно, и мельница другая. Так, там собака. Уж вообще это, ну, зомби-собака. А вон плюющий, да? С плюющим лучше не ввязаться в Ой, он рукопашную. с ним вообще. Вообще, с зомбарями лучше голыми руками не сражаться, лучше каким-то оружием сражаться, потому что голыми руками там вообще столько антиздоровья снесут. Собака меня заметит, если я сейчас буду заходить сюда. Не знаю, не знаю. О, там вон какое-то есть здание. Более приличное. Попробуем в него пробраться. Коттедж какой? Не, это Да, коттедж коттеджи какой-то. какой-то. Их тут много. Ну, давай зайдем в коттеджик. А потом еще проверим, что у нас насчет опыта. Он у нас исчез или остался? Да хотя можно сразу проверить. Так, это где у нас был навыки? Так, что я там сделал? Ну, Я... зайди в любую, к примеру. Используйте... Нет, ты зайди в меч. О, нет, все убралось. Все убралось, да? Да. Ну, светилось бы, наверное, зеленым. Ну да, понятно. Короче, все просрали. Ладно, пошли в коттедж. Найдем там кинжал. Так, значит, на станции бывают гвоздометы. Я, кстати, там еще второй гвоздомет Да, есть. я видел, да. Стрела опять. Еще стрела. Может, здесь еще лук дадут, тогда вот вообще. А, это с той стороны. Так, это еда. Она нам пригодится, потому что мы... Так, ты пока это все не ешь, ты просто это убери. Потому что мы наверняка сейчас потеряем здоровье. Нам какой-нибудь ножичек бы найти, да? Так что ты его не берешь-то? Кукурузу-то возьми. Так, это что такое хлеб? Хлеб. Пойдет. Хлеб пойдет. Так, тут у нас ничего. Так, хлеб убрать. Так, это у нас тоже пустая. Тоже пустая. Так, тут у нас что, пусто? А зомбари не расстроится, что я всех ящики пооткрыл и Не. не закрыл? Подобрать березовые стрела. Блин, мне какой-нибудь березовый лук нужен теперь. Пшеница. Так, это что такое морковь? Здесь как будто был какой-то обед. Да фермеры жрут морковь, пшеницу. А вот ножичек нигде для меня не припасли. Бинокль. Говорят, бинокль можно это... Примотать, сделать прицел. Ну, поэтому оставим пока вы себе. Так, шляпа. Так, ничего в шкафах интересного А может, нету. какой-нибудь ствол, я не знаю. Там что-то есть в ящике, кажись. Какие-нибудь. Хоккейная клюшка. По-моему, там что-то получше есть. Где? А вот, по-моему, там нож лежит. Это что такое? Пейнтбольная Пейнтбольная пушка. пушка. Так, пейнтбольная пушка. Она И... пустая. Да, пустая. Но, Понятно. говорит, она плохая, убивает с 10 выстрелов Ну сходу. да. Ну, ладно, может... О, кликали, забираем. Ну ладно, пока Ну, клюшку. может, хоть какие-нибудь патроны найдешь к ней на этой ферме. Вообще на ферме должна быть двухстволка, по идее. Ну, сейчас будем все исследовать. Так, здесь я был, здесь я был. Так, вон в том помещении я не был. Итак, какой-то там сарай имеется. Пошли туда, в сарай. Вон тогда сходим.
А клюшка насколько эффективна? Малоэффективна, Да да? не очень, мне кажется, она эффективна. Так, а там что у нас? Никто не стоит в этом сарайчике. Так, картофель и семена опять. Так, это все он тут. Одежда, Тут еще, штаны. да, штаны Все, тут. больше ничего. Печально. Сарай просто какой-то. Ладно. Теперь надо сделать обход и зайти в амбар. Да я понял, что надо зайти в амбар. Потом во второй амбар. Звуки такие они издают. Так, вот здесь мы можем... А, тут у нас собака, да? Можем попытаться по стелсу А вроде пробиться. вот с этой стороны А, есть вон там, дверь. с двух сторон, на амбара Там дверь. он один в пшанице стоит. Но он нас, скорее всего, не заметит, потому что он в пшанице лицом вроде туда стоит. Он, наверное, занят своими посевами. Но нет, он, скорее всего, там сцить в посевы в свои. Так, а вот здесь же могут быть они тоже зомбари, да? Семена помидоров. Ну, помидоры возьмем, но это нам вряд ли пригодится. Мы, скорее всего, и сдохнем. Так, что тут у нас? Шляпа, шляпа. И никого нету. О, Ну, я же говорю. какое-то ружье, да? Нет Нет места, нет места. места. Это что значит? А, у меня же нету рюкзаков никаких, да? Так. Чем мне выкинуть? Клюшку, наверное, вот эту выкинуть. Она мне, наверное, не нужна, да? Уж уж пейнтбольную пушку бы выкинул. Нет, слушай, выкинь пейнтбольную пушку, забери клюшку. И, да, вот так вот положи. И бери двухстволку, она положится в те, просто знаешь. То. О, Так. отлично. Ну, пять тут как бы зарядов. Но ты говоришь, если я буду стрелять, то они на меня все налетят, да? Поэтому если стрелять, то издалека по Не ним. стрелять. Так, кабеля вот этого как-то надо обойти и зайти в другой вон тот в амбар, да? А если я подальше отойду и выстрелю, они все равно все за Ну мной погонятся. попробуй, слушай. Если что, будешь бежать, Ну короче. да, свалю. Они точно отстанут В от тебя. кабеля сколько надо патронов, чтобы... Да я думаю, если в голову одного хватит. Ты отступи подальше и встань. Я так думаю. Подальше, подальше, подальше. Хватит? А то я в него не Все, хватит. попаду. Ну, ух ты. Не попал. А, убил. Написала 3 очка опыта. А он такой, что произошло? Кабеля завалил. Кто кобеля? Кто завалил моего кобеля? Ты его ранил. Ты его убил. Так, отлично. Двух мы завалили. Все, крови тут забрызгали нафиг. Так, а что-то зомбаки-то не это. Не сагрились. Не услышали, что ли? Ну, видимо, да. Хорошее ружье. Так, а я тут был? Кстати, ты тогда к нему нашел 5 патронов, да? Ну, мне только теперь они не подригодятся. Тут опять штаны. А, в прошлый раз вот тут чувак был. А в этот раз его тут нету. Но тут есть что? Низкокалиберные патроны. 135, забери их. Это они, что ли? Для этого ружья? Не-не-не, они там как-то используются для пистолета, что ли. Там, стоп, выкинь эту клюшку. Клюшку выкинуть, да? Да. А почему не хотеть сюда класса? Не понял, что не Еще раз помещается? попробуй. Вот все. Ага. Так, значится, что тут у нас интересного? Это семена помидоров опять? Нет, это А. дробь какой-то штуки. Ну не к этой. Что это такое? Прицел. Так, не к этой, да? А если бы к этой, то они бы зарядились сейчас, да? Ну, они прям светились, что их можно вставить туда. Так. А тут ничего не светится. Это что такое? Бензопила. Чё, это, наверное, намного лучше, Вилы. чем вилы. Попробуем бензопилой Давай. поработать. Наконец-то мы получили отличный инструмент. Ей можно деревья пилить. Ну и зомби. А хорошо она их пилит. Ну, если постараться, то я думаю, они Ой, это плюющий. Его только из добавляют ружья, да? дистанции. Ему хватит двух выстрелов. Думаю, хватит. Блин. Блин.
Есть. Все, патроны кончились. В дело вступает О. Не понял, он откуда березовую стрелу взял. Ну, видимо, из него вылетел. А, у нее нет альтернативного удара, у нее только один. Ну, она и так пилит. Так, ну и что, мы здесь все облазили? Теперь можно кого-нибудь попробовать распилить. Так, вилы нам не нужны. В этом мы были, в этом были. В мельнице только не были, да? Сейчас нам из пшеницы на тебя зарится, чувак. Ну, ну давай мы сначала вот к этому подойдем. И его попробуем запилить. Он даже урон нам не смог нанести. Отличная штука. Вообще супер. Слушай, бензопила вообще имбический инструмент. Чё, спишь, да? Класс. Кто? Собака. Весло. Верный пес скинулся на помощь. Так, мы тут были, нет? Да, были. Были, да, в сарае были. Так, мельница. Ну вот это я понимаю, бензопила, это круто. В нее можно как-то зайти, не? А, вот она. Что тут у нас? Одежа. Одежа. Подушка большая деревянная. В прошлый раз здесь была эта... Так, слушай, ну теперь нам куда-то надо идти. Мы все здесь облазили. Что, может, завершить нам серию на этом сегодняшнюю, пока у нас есть бензопила, и мы живы. Ну, еще спилить дерево просто. Дерево спилить? Да. Ну, давай. Давай спилим. Уи. Падает. Красиво падает. И сколько в общей сложности потратил ее процентов? 96. Ну, так-то я думаю... Их еще как-то можно ремонтировать, так что если не забывать ремонтировать ее, то это просто оружие убийства. Да, что, она вообще классно. Вообще классно работает. Мне понравилось. Супер. Бензопила супер. Предмет для уничтожения. Так, мне теперь где-то надо найти, не знаю, станцию. Переплыть тут, может быть. Через реку. Плавать тут можно. Да я знаю, я уже плавал. Давай переплывем через реку, вылезем на бугре. А тут как, когда игру закончил, начинаешь с того же места, где и остановился? Да, здесь надо сохраняться. Здесь надо сохраняться? Не надо. А, просто выходишь, сохраняешься, да? Так, тут берега не слишком крутые, я тут смогу залезть. Хочется еще каких-нибудь зомбарей порезать, пока светло. И надо краску найти. Надо найти Санкт-Петербург. Вообще надо карту найти, чтобы понять, где этот Санкт-Петербург находится. Эх, мне бы сейчас к тем чувакам. К дрезинщикам. Так, мне попить надо и пожрать надо, да? Но можно пока потерпеть. А тут рюкзаки, когда находишь, больше места становится, да? Да, еще там можно найти бронежилет, еще больше места ставить. Потому что у меня пока места в инвентаре мало. Я это заметил. Хлобысь. Так, ну давайте нам какое-нибудь жилище фермеров каких-нибудь бедных несчастных. Это что там? Порт-Рояль какой-то. Мне кажется, там у них и карта будет. О, у них дорога. Там наверняка будет машина, и можно будет слиять. Ну это, конечно, если я жив останусь. Ну сейчас пошли, учиним разгром в Порт-Рояле. И потом, наверное, завершим серию. А то он уже, я так понимаю, очень долго длится. Вот и тема для серии. Так, тема для серии. Разгром Порт-Рояля. Ну с так. Бензопилой. Если, конечно, мы сейчас только не придем, и нам не напишут, что это безопасное место. И тут оказывается свои. Пилить их не надо. Интересно, а если своих пилить, что будет? Они все сагрятся, они там все с пушками были на корабле. У них у всех пушки. Серьезные пушки? Ну, так, пистолеты, какие-то автоматы. Я особо в этих пушках-то не соображаю. Ну, пушки. Не ножи. Значит, серьезный чувак. А тут, когда подходишь к безопасному месту, такой вот тут значок появляется, типа щит, и написано «Вход в безопасное место». Щиток появляется. Если щиток появится, значит, тут зомбарей нету. А то, может, везде, где порты и моряки, там все безопасное. Тогда неинтересно сюда идти. Не, зомбаки, да. А, это зомбические строители.
Так, то есть не строители, зомбические работники порта. У них тут грузовичок Я думаю, есть. здесь много чего есть. И хавчик. Ну, теперь нам... Вот это кто у нас? Собака или это тот, кто дает кровотечение? Не, это собака. Собака, да? Машина. Она что? А, с колесами, с колесами. Так, ну давай собаку. А я сделал, чтобы машины были с колесами побольше раз. Ух ты, он меня кусанул. Ах ты гад. Все-таки собаки опасны. Ах ты гад. Смотри, что там с машиной, кстати, с топливом у нее. Сейчас, погоди. Что там с этой машиной? Сейчас, погоди, вот здесь глянем. Это что такое? Помидорчик. Помидор. Нет места. Это смысл? Ну давай что-нибудь сожрем. У нас места нет. А что такое? Пшеница. Пшеница. Там вроде морковь нам хорошо вставляет, да? Ну да, давай эту морковь съедим. Угу. Еще надо что-нибудь попить. Есть что-нибудь попить? Так, а что такое? А посмотри, кукуруза, что здесь. А помидор, хлеб. Помидор, он вроде же, может, он с водой. Ух, я убью зачем-то. Съешь. Да, немножко пополнилось. Так, это клей. Это что такое? Гвозди. Вон чувак, как горящий. А горящий его пилой не убьешь, да? Лучше этого не надо делать. Это очень рискованно. Нет места. Я понял. Ну тогда надо искать какую-то пух. Я вообще не понимаю, как здесь энергию. Да, включить, я не знаю. Тогда надо искать какую-то пушку. Опять гвозди. Может, нет места. А нет. Подобрать банка. Нет места. Короче, у меня для всего нет места. Мне только если что-нибудь ненужное повыкидывать. А это что такое? Кирпичи. Кирпичи? Кирпичи, это серьезное дело. Можно так. Просто походить пока. Посмотреть. Поискать, что есть. Тут интересного. Морковь. Морковка. Нет места, ладно. А холодильники? Слушай, мне надо это. У меня вода на низком уровне. А выкинь все эти фаундейшны, они тебе не Какие нужны. Фаундейшны? Ну вот, идут, а, точнее, бревна. Зачем ты их А, взял? Бревна, вот эти? Бревна, потом эти семена. Зачем пока тебе это все? Это что такое? Семена. Это, ой, это патроны были вообще. Мелкокалиберные. Ну-ка, для какой-то штуки. А, семена водни, семена водни. И вот еще еловые палки и бревна. Ага, я понял. Я думал, оно тебе не пригодится. Ну да. Пока что. Да, я морковь возьму. Она вроде влагу чуть-чуть восстанавливает. У меня что-то влаги нету в организме, воды, поэтому я... А что там холодильник хранит? Ага, 70. А надо, чтобы 100 было, чтобы хилиться, да? Да, да. Картофель. Ну, давай картофель сожрем. Может, он влагу... А, он наоборот влагу... А, не, восстановил. Блин, все жру бестолку. Все, все бестолку. Все сожрал, только бестолку. Так, грабли, крибли, грабли. Это что такое? Книга. Нет, она не активна. Так, что можно разрезать и полетят листочки. Чувак горящий. Так, ну давай наверх заглянем, что у нас тут интересного. Мне бы каких-нибудь да, патронов надо. Какую-нибудь пушечку. Так, это холодильник. Точнее, холодильники, они пустые. Ну, они вроде видно, что пустые. Наши холодильники. Так, компьютеры, диваны, ничего нету. Так, опять диваны, компьютеры, опять ничего нету. Так, мы здесь везде побывали, да? Нет, там еще в той комнате не побывал. В какой? А вот. Вот в этой? Да. Это все не открывается. Фигля-мигля какая-то. Так, ладно. Ну, надо дальше ходить, я думаю. Клепить не надо. Вот ткань. Ну-ка, ткань. Клепить не надо, да? Не-е-е. Гвозди. Гвозди не знаю, нужны ли они мне. Пока не нужны. Так, что у нас тут еще какие постройки есть? А машина, машина. Итак, у нее, ну, немного есть топлива. 23. Куда-нибудь уж проехать-то можно на ней будет. Так, теперь их пора по одному мочить, главное. Мочи чувака, а? Боже. Я говорю, такая себе, иди мочи чувака.
Так, этих мы загрыз, не, сидя не надо, ты да? лучше больше не надо, Лёша. Хорошо, не буду больше. Слушай, я, по-моему, повязку могу ткань? сделать. Не, погоди, там ткань, если здесь есть еще одна ткань. Все, короче, мути себе две повязки и перевязку, и хилься. Так, две повязки, перевязку, создание. Так, создание — это медицина. Повязка. Так, я не знаю, откуда у тебя, почему их 20 сейчас, ну ладно. Раз, раз и два. Все. Так, теперь чё? По перевязку вроде можно. А вот это что у тебя? Бинт. А, стоп, это у тебя повязка, теперь ты можешь сделать просто бинт. А потом можно сделать из этих двух бинтов перевязку. Вот здесь как. А, то есть пока мне не надо, да? Ну, можешь пока подождать. Еще ткань. Угу. Это что, 20 тканей надо, да? Нет, не 20, тут я не знаю, что лагает крафты. Крафт лагает. Да, у тебя почему-то светится 20 тканей, но на самом деле у тебя их только 4. Нелогично что-то. Ох, контейнеры открывают. Что это у него там? Блин. Это что, у него металлолом? Так, контейнер открыть. А что будет, если его открыть? А, я понял. На полке вещей мне что-то должно быть. Понятно. Они все пустые. Надо их все обследовать. Ничего здесь нету. Ну что ж, можно найти в контейнере. Да все что угодно. Чисто теоретически. Это же нефтяная вышка. Да, нефтеналивная, нефтяная вышка. Так, чувак обычный. Ну да. У него, от него там синие слюни не исходят. Расслабься. Так, еще ткань. Долго не упади. А что будет, если упаду? Ну ты в воду пойдешь, пока залезешь, стулья отправить. Так, вот сюда можно зайти. Тут зомби нету. Итак, кухонька. Пусто. 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 Че у них такая кухня-то беспонтовая? Они что, здесь не живут? Глянь, вообще ничего нету. Это за то, что у меня есть бензопила, у меня теперь все будет пусто. Обидно слушать. Так, давай понизу пройдемся. Так, тут я был. Вот в этой комнате не был. Это что такое? Да книга. Ничего, она не... Или книга. Зачем? Так, ну пошли наверх. Ух ты. Тут можно энергию подать? Нет. Пульт управления. Это что такое? Это шахматы. Шахматы. Холодильник. Пустой. Что-то у них тут вообще как-то все печально. Там есть лестница наверх была. Ну да, какая-то пожарная. Нет, не пожарная. Где она тут у нас? Вот, я вышел-то не там. Вот она. Там зомбаки, кстати, могут быть. Тут ну, ничего вообще ничего нету. Нафиг я сюда залезал. Вообще, что-то неинтересный дом какой-то, пустой просто. На платформу надо на нефти наливную. А как по лестнице спускаться? О, я перелом получил. Сломал. И что теперь? Да ничего, можно сказать. Он скоро сам вылезет. А, он сам зарастает. Он у меня в прошлый раз зарос. Все, понятно. Он изнутри там. Он с той стороны открывается, я понял. Так, ну а тут все равно пусто. Да. Так, ладно, тут зомби у нас много. Не нарваться бы на них. Где мы тут еще не были? Да тут только ящики. Если только на саму платформу сходить. Все, мы тут все исследовали, да? Мне слушай, а что они таким... А, вот тут огненный. Что они тут такой толпой-то охраняют? Я не понимаю. Здесь ничего нет только. Да, а что такой толпой можно охранять? О, это что такое? Металлолом. А металлоломом что делать? Ну, что-то там можно крафтить. Может быть, чинить. В каких-то контейнерах что-то лежит. Может быть, их все надо открыть. Это что такое? Веревка. Так, главное на огненного не нарваться, и все будет хорошо. Иди сюда. Создает небольшой... Веревка.
Клей. Клей. Так, господа. Господа зомби. О, блин, какие рецепты. Там вагончик еще. Эй, брат! Помоги! Помоги! Так. Короче, у нас огненный господин остался, да? Строительная каска. Что делать? Каска строительная можно на себя одеть? Она оделась, наверное, потому что у тебя это просто... Нет, не оделась. Она оделась, просто у тебя скин. А, сама-то одета. Я понял. Так, ну что, вагончики исследовать. И у нас остался неисследованный еще нефтеналивной платформ. Ну как до нее добраться? Вплавь, если только. Так, а этот огнем плюется? А, он взрывается, когда убиваешь, да? Да, да, да. А так он огнем не плюет. То есть теоретически его можно распилить и быстро от него отбежать, да? Или это невозможно? Ну, может быть, и возможно. А что мне металлоломом делать, вот ты мне можешь сказать? Ну, что-то ремонтировать им можно вообще. Это кто? Собака? Ага. Это собака. Беги, 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 беги. Так, ух, нифига себе. Он нас преследует. Машина надо было прыгать. Ой, мать что, твою. Резать. Вы сгорели в огне зомби. У меня ж там... Слушай, мне теперь надо найти это место. Там моя бензопила осталась. А вот и маяк. Вот и маяк. Так, ладно, ребятушки, девчаточки. Наверное, мы закруглимся на этом. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Бензопилу будем искать в следующей серии. Я, правда, не знаю, где это примерно находится. Но, может быть, найдем. Всем пока, до скорых встреч, увидимся.